Ну что, ребята, это вот утка по-пекински. И это только начальное это блюдо, потому что это мясо. А еще у нас отсюда забрали кости. Из этих костей потом будет суп еще сделан. Так что это безотходное предприятие. Ну что, приступим? Нам сейчас объяснят, как надо правильно есть утку по-пекински. Мы же лохи, мы не знаем. Предварительно заставим помыть руки. Пекинская утка – это кожа очень нервная, но это надо. Потому что да, в Китае так называется – без масла, без вкуса. Но ничего, это мясо и жира пополам вместе кушать. Это пойдет. Еще мясо, где вот это мясо. Шкурочка ценится, короче. Да. Ой, ребята, ну, вся диета на смарку. Ну, как огурец немножко. Да. Лук. Это лук. Да, лук, да, это огурец. Так. Как нам огурца не хватит? Не подумай, на рубле сделали, на рубле. Ну, скатываешь это все. Пока у вас тоже пойдет. Ну, как шаурма, вы знаете, пока у вас все пойдет. Да. Понятно. Пойдет? Пойдет, да. И есть. Мы тебе, теперь ешь. Да. Ну, давай, кушай, зацени. Скажи. Надо правда кушать аппетитно. Спасибо большое. Вкусно, на самом деле. Ну, сейчас заценим. Приятного аппетита. Спасибо. Уходим к смене блюд. Утку мы, скажем так, осилили. А где твоя утка? Вот. Осилили, даже Наташка шкурку там оставила. Ну, прямо реально жирно, я вон тоже оставил. Это уже невозможно съесть, хотя вкусно. Былое время. Я бы, конечно, бы все это спорол, но сейчас это уже просто переборье будет. Вот. А вот теперь супчик. Супчик мне, в принципе, по виду нравится. Так, немножечко супчика. Ну, давай, наливай, да. Это с этой же вот утки, которая была у нас. То есть берутся вот эти кости, которые оттуда выстригли, и вот делается этот суп. Я могу себе представить, чтобы было, если бы они нам всю бы нутутку пожарили бы, ну, то есть имеется в виду бы, вот жареную бы положили всю бы, мы бы не осилили бы точно, 100%. А так, что тебе похлебать-то еще можно. Да, про утку что сказать. Ну, в общем, это вкусная штука, ну, реально вкусная. Соус вот, правда, сладковатый, на мой взгляд. И вот это вот сочетание сладости и жира, это, конечно, интересно очень. Интересно, но я, конечно, понимаю, что вреднее, наверное, трудно что-то придумать на свете. Вот, кстати, как раз супчик, он как замечательный. Раз такой какой-то, по-видимому, курицу, утку сняли, из костей просто сделали. Так из костей, и да. Очень наваристо. Вот. То есть не настолько жирно, а как раз вот сверху. Ну и отлично. Ну все, будем есть.